доброго времени суток, и я рада приветствовать вас на моем канале «Дивный творческий мир». И сегодня мы сделаем многоразовую маску для лица. Займемся таким не совсем типичным видом творчества, но это тоже изделие ручной работы, тем более сейчас в наше время очень актуальное. Поехали! Итак, отрезаем прямоугольник размером 38 на 20 сантиметров. И горячим утюгом по сантиметру с каждой стороны заглаживаем припуски. Теперь сворачиваем прямоугольник напополам и хорошенько проглаживаем. Получившуюся деталь опять сворачиваем напополам, чтобы найти середину. А теперь от центра с обеих сторон загибаем складки глубиной примерно по 2 сантиметра. Хорошенько заглаживаем. И теперь нам необходимо пришить резиночку. У меня резиночки длиной 16 сантиметров. Так как маска у нас двойная, вкладываем во внутреннюю часть и вручную аккуратненьким швом зашиваем боковые части, одну и вторую. Низ нам зашивать не нужно, так как он у нас складывался из цельного полотна, а верх мы оставляем открытым для того, чтобы была возможность вложить прокладочный материал, уплотнитель для маски при желании. И вот последние стежки, и маска фактически готова. Мы сделали ее буквально за 5 минут. Надеюсь, мой мастер-класс был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А сейчас я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем здоровья, пока-пока!